В Жалагарском районе в этом году реализован ряд масштабных проектов. В районе немало больших перемен. В райцентр пришел газ. На очереди газификация населенных пунктов. Введен в эксплуатацию ряд социальных объектов. Плавательный бассейн, спортивные и игровые площадки. Строится физкультурно-оздоровительный комплекс. Построена аллея госсимволов. В преддверии Нового года 30 многодетных семей въехали в новые квартиры. На торжественном мероприятии были отмечены представители разных сфер за вклад в развитие района. Группе лиц присвоено звание «Почетный гражданин Жалагарского района». В их числе известны своими добрыми делами руководители крупных хозяйств Алибек Бекжанов и Мамзада Шагыртаев. Высокого звания удостоенный почетный ветеран образования Райкуль Байназарова. Яркая личность активной гражданской позиции, она была депутатом областного маслихата нескольких созывов. Ныне возглавляет областной совет женщин. Всегда мы выкладывались, чтобы внести лепту в работы, проводимые государством. Сейчас мы помогаем детям, испытывающим жизненные трудности, активно участвуем в воспитании подрастающего поколения, пропагандируем семейные, национальные и общечеловеческие ценности, оказываем поддержку женской части общества. Я благодарна за такую высокую оценку своего скромного труда. С Новым годом! Пусть наступающий год принесет каждой семье благополучие.